В Музее промышленности и искусства имени Бурыльна состоялась презентация нового экскурсионного проекта «Прогулки по городу». Первая встреча собрала много желающих, и это неудивительно. Узнать больше о родном городе теперь можно совершенно бесплатно. По задумке организаторов, экскурсии будут проходить с периодичностью раз в две недели. Очень интересная идея и для наших горожан, я думаю, будет это полезная идея. Если мы ее продолжим в русле осмотра наших достопримечательностей, то ивановцы, по крайней мере, смогут оценить всю архитектурную прелесть нашего города. Первая экскурсия продолжительностью почти 2 часа охватила самые интересные особняки в центре города, которые были построены в начале 20 века. Дом коллекционера Дмитрия Бурыльна и усадьба Маракушева. Для тех, кто еще не успел присоединиться к прогулкам, но желает это сделать, Департамент культуры и культурного наследия подготовил много интересного. Согласились уже участвовать Тихомиров Александр Михайлович, Тимофеев Михаил Юрьевич. Также, вот что касается самих концепций, есть интересные концепции на осень, допустим, на более холодное время есть хорошая экскурсия от Тихомирова, особняки Иваново-Вознесенска. То есть с заходом во все особняки Департамент культуры пытается как-то решить организационные вопросы, а Александр Михайлович попытается преподнести максимально интересно историю обитателей ивановских особняков. Во время прогулки был объявлен основной конкурс «Лучшее селфи на фоне объекта культурного наследия». Участники прогулки могут сфотографироваться с памятниками истории и выложить фото в официальную группу проекта в социальной сети ВКонтакте. Автор самого популярного снимка получит уникальные абонементы для посещения музеев и ивановских театров, а также специальный приз Департамента культуры и культурного наследия. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.